Житель Верхней Николаевки Акопа Ведян подобно гиду рассказывает о сельской дороге прошлого века. Неоднократно здесь проваливались машины, то есть уходили в кювет. Эта дорога ремонтировалась 30 лет назад при коммунистах. Его сосед высказывает надежду на ремонт дорожного полотна хотя бы в ближайшие десятилетия. Вот таких вот мест у нас десятками. Ездить на машинах уже невозможно. Как говорится, будем надеяться, что в течение 30 лет все-таки загонят сюда технику и сделают наконец-то нам дорогу. Но ждать десятилетия жителям села не придется. Уже через пару дней здесь должна появиться долгожданная техника, а к концу ноября на улице Мостовой завершится ямочный ремонт. Об этом шла речь на комиссии по безопасности дорожного движения. В Сочи на ремонт 32 дорог будет направлено 235 миллионов рублей. В том числе из них 210 миллионов рублей выделены из бюджета Краснодарского края. Здесь предусмотрены и краевые средства, и муниципальные средства. Деньги до сих пор не выделены. Какая работа проводится здесь? Субсидии до нас дойдут в ближайшие дни. Буквально сегодня губернатор должен подписать постановление, и мы сразу, у нас документация вся готова, мы выставляемся на открытый аукцион. У нас запланирован ремонт 32 объектов в городе Сочи, можно сказать, улиц протяженностью 33,5 километра. Это 10 объектов в Костинском районе, 4 объекта в Центральном районе, 8 объектов в Адлерском районе и 10 объектов в Лазаревском районе. Надо, чтобы люди понимали, о каких объектах идет речь. Что это улицы города. Нужно, если их 32, то надо, чтобы жители знали, какие улицы будут ремонтироваться, по каким улицам планируется в следующем году. На улице Малогвардейской ремонт дорожного полотна уже в разгаре. Ведутся работы на участке протяженностью 800 метров. Задействованы 15 дорожных рабочих и спецтехника. В настоящий момент проводится, значит, срезка фрезой старого асфальта, вот, устранение протечек, потому что этот район в основном застройки частного сектора. Вот, значит, работает техника, экскаваторы, катки. Вот, значит, асфальт ориентировочно будут ложить в пятницу. Работы на Малогвардейской будут завершены в четверг вечером. Для первоочередного ремонта выбираются наиболее проблемные улицы, учитывается обращение граждан. Но в итоге в график войдут все нуждающиеся в ремонте улицы. Накануне депутаты городского собрания Сочи выделили из муниципального бюджета еще 25 миллионов рублей, которые будут направлены на восстановление и ямочный ремонт 10 дорог местного значения. Ознакомиться со списком, в котором указаны дороги, вошедшие в график ремонта, можно на сайте городской администрации. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.